Привет, друзья, с вами снова Инфобизконтроль, и сегодня у нас новый обзор. Обзор мы будем делать на курс, который называется «Получить 500 тысяч рублей», но на Глопарте он называется «Ваши 500 тысяч рублей. Фемида. Участие в команде Оксаны Тарасовой». То есть, в общем, какая-то Оксана Тарасова, участие в ее команде и все в этом роде. Давайте сразу будем рассматривать продажник. Почему именно рассматривать продажник? Сразу скажу, что у меня этого курса нет. Я вам его не дам, ну, потому что у меня его нет. Но этот курс только зарегистрировался на Глопарте, вот буквально как день назад. И уже он вырвался в топы продаж. И поэтому я решил быстрее сделать на него обзор, показать людям, что это лохотрон, потому что чувствую, будет он продаваться довольно массово. Естественно, как бы для того, чтобы вы не зря смотрели этот обзор, я вам дам кое-какой подарок, бонус, ну, от себя, от канала Инфобизконтроль, чтобы вы скачали нормальную, интересную информацию, а не вот это вот говно. Ну, в общем, давайте я вам покажу, что это за участие в команде Оксаны Тарасовой и почему это лохотрон. Вообще, вот этот вот курс участия в команде там Оксаны Тарасовой, это из той же оперы, что там участие в команде Афродита когда-то было, а потом Метод свободы Ирины Гейден, то есть еще там какие-то команды были. В итоге люди получают какое-нибудь говно, на котором вообще нереально что-то заработать. И в каждой этой команде на продажнике всегда обещают, что есть какая-то закрытая группа, что есть какой-то закрытый чат, куда вас добавляют, и мы типа все вместе работаем. На самом деле потом в итоге люди получают PDF-файл с каким-то говном, которым заработать нельзя. И никаких закрытых чатов, никаких закрытых групп и вообще ничего нет. Вот то же самое здесь, как видите. Здесь якобы в закрытую группу вы попадаете, все, то есть все из одного котла, так сказать, в принципе ничего нового. Как только мы заходим на продажник, нас встречает вот такой вот ролик. И когда его запускаешь, сразу же по первым словам понятно, что опять же это все из вот этих вот команд, там, о которых я говорил. То есть тут опять же женский голос, и там помню, была какая-то то ли Афродита или что, она так резко начинался, так ролик, там, привет, Шумахер, там, тра-ля-ля, а ты машину там хотел бы или что-то такое. И вот здесь все то же самое, только включайте ролики здесь, привет, а вы хотели бы поехать на Мальдивы, там, тра-ля-ля и все такое. И начинается ролик. Ролик идет, вот как видите, 8 минут, и тут сказано, что как бы в этом ролике прям вся информация, которая вообще не скрывается и все такое. На самом деле это полное говно. Нам показывают вот какой-то сайт, который абсолютно весь замыленный. Я не знаю, что вот этот за сайт конкретно. Но я потом покажу следующий, который она показывает. Сайт, он хоть и замыленный там частично, но там сразу понятно, что это за сайт. И в общем, ролик, можно сказать, ни о чем. Почему? Потому что он начинается, и она тут рассказывает, что для запуска системы нам нужно активировать компоненты. Я вот специально деактивировала компоненты, чтобы вам все показать. Ну, то есть, несет полную чушь. Мошенники всегда так и делают, они в принципе несут какую-нибудь ахинею, какую-нибудь херню, рассказывают, что есть какая-то супер программа, которая что-то работает, что-то зарабатывает, и несут всякую хрень. Вот, ну, в данном случае тут идет хренотень про какие-то компоненты. Ролик видно, что его записывали на заказ, не в плане того, что его где-то на студии заказали, нет. Скорее всего, автор этого говна где-то на Воркзиле, может, или где, дал кому-то на озвучку какие-то слова, определенные тексты, по которым там какая-то девушка проговорила это все на аудио или как-то такое. И потом это было все наложено на вот это вот изображение, на видеоролик. Потому что в течение всего ролика, 8 минут, вот вы, допустим, мой обзор слушаете, у меня есть какие-то, ну, слова паразиты, да, там какие-то интонации, все такое. Здесь же этого нет. Здесь просто проговариваются фразы, и нигде не сказано ни одного, ни одной лишней буквы, ни одного лишнего слова, ничего.
То есть вот что-то нажимается, говорится и все. То есть ролик абсолютно пластиковый, так сказать. Вот, но это не главное. Вот, она тут рассказывает про какую-то хрень, про компоненты. И давайте дальше. Ну, потом вот запуск системы, естественно, опять нажимает продолжить. Это опять же 100% взято с какого-то сайта, просто какой-то сайт замыленный. И, естественно, он там к какому-то суперзаработку никакого отношения не имеет. Потом она переходит на вот этот сайт и говорит, что вот здесь вот зарабатываются деньги, то есть и здесь вот хранятся все эти деньги. И как только вот этот сайт открылся, я, в принципе, его сразу же узнал. Этот сайт называется ClickPay24. И с недавнего времени через него продаются куча лохотронов, типа как с ePay, ну, Space System. И, ну, вот я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, я зарегистрировал здесь себе кабинет. И, как видите, вот, абсолютно аналогичный сайт тому, который показывается там в ролике. Вот, перешло по ссылке. Ну, у нее там, правда, статистика кое-какая есть. А почему там у нее есть статистика и почему у нее есть вот тут какие-то деньги, все такое, продажи и все остальное? Потому что этот автор вот этого же говна занимается продажей разных лохотронов. И поэтому есть здесь статистика. И действительно, здесь этот кабинет не подделан, никто здесь баланс не подрисовывал или что-то там еще. Нет, это все действительно так и есть. Но только человек, который купит это говно, он зарабатывать столько не будет. Потому что этот автор вот этого, как я и сказал, зарабатывает на продаже различного дерьма. Вот, в общем, смотрите, вот этот кабинет, который она показывает там. Если мы перейдем в каталог, вот я перешел в каталог. Мы немножко сейчас пролистаем. И как видим, здесь продается эта же хрень Фемида, то есть курс, который мы сейчас рассматриваем. Ваши 500 тысяч рублей, Фемида, участие в команде Оксаны. И вот продавец, автор. Вот. И мы нажимаем прямо на имя этого автора. И как видим, смотрите, видите, вот только добавлен вот этот вот говнопродукт. И дальше мы идем ниже. То есть это товары вот этого вот автора. Пополнение транзитного счета. То есть вы понимаете, это товар из разряда вот этого говна, где якобы предлагают какую-то вакансию, там какой-то фейковый кабинет. И потом вам нужно какой-то счет купить там или верифицировать, или еще какое-нибудь говно. Доступ к новостному порталу. Открыть набор 20 вакансий на должность менеджер по копированию новостей. Подключаемся. Вот, то есть, понимаете, да, то же самое. Людям выдается якобы какая-то вакансия, и в итоге они оплачивают доступ к какому-то там чему-то и получают хрена лысого, так сказать. Аккаунт активации платформы. Вот. То есть вот это вот автор вот этого вот говна, Афродиты, это один из тех, кто штампует вот эти вот лохотроны, которые сейчас продаются тоннами на ePay. Я уверен, что там есть, у него есть и свой аккаунт и на ePay, и он там же тоже какое-нибудь говно продает. Ну, я мог бы зайти, конечно, посмотреть, но, честно, мне его достаточно вот этого. Вот, опять вернемся на продажник, дальше идем. И тут, конечно же, написано, что владелец сайта, руководитель команды не скрывается от пользователей. И вот тут вот, сейчас дальше, вот дается страница, якобы ее страница ВКонтакте. Посмотрите на вот этот вот, так сказать, на вот эту ссылку, на этот URL. vk.com Оксана Фемида. То есть, я не знаю, чем думал автор этого лохотрона, наверное, жопой. То есть, вы бы, допустим, свой реальный, какой-то реальный, действительный аккаунт ВКонтакте бы назвали. Ну, вы его там заводите, да, допустим, там год, два, 10 лет назад. У каждого из нас есть там аккаунты, да, настоящие, которым уже года.
Естественно, вы бы там как-то назвали его. А тут автор, получается, Оксана буквально недавно выпустила эту Фемиду, а у нее URL называется Фемида. Ну, то есть это бред сивой кобылы. Теперь переходим на ее страницу ВКонтакте. Тут как бы все чудесно. Тут и друзья есть, вот 1720 друзей. И стена заполнена, и группы, и видосики, и все что угодно. Но на самом деле, а вот, кстати, кто-то уже написал «Лохотрон» 2 часа назад. Ну, так как сейчас ночь, видно, это чучело еще не увидело, еще не удалило. Дальше. И если мы вообще исследуем вот эту вот стену, то увидим, что вся стена состоит из недавних репостов с каких-то групп. В основном с одних и тех же групп, там великие слова, вон цитаты, то есть получается, что аккаунт, ну, по сути, мертвый, то есть здесь нет никаких каких-то, ну, нет своих постов, чего-то, какой-то жизни, да, то есть когда люди выкладывают свои мысли, свои фотографии, какие-то что-то еще, нет, здесь просто репосты из разных групп и все, больше ничего нет. То есть обычная мертвая страница, скорее всего купленная, может заранее заготовленная, хрен его знает, но в принципе это не имеет значения. Как видим, что это действительно мертвая страница, она сделана исключительно для того, чтобы разводить людей и больше ни для чего. Я вам даже больше скажу, если вы напишите вот этой Оксане, ну, в плане, как напишите ей там не то, что ты там мошенница или что-то еще, хотя можете и это написать, в принципе. Я имею в виду, если что-то нормальное напишите, какой-то вопрос, она вам ответит, да, действительно, это уже я это встречал, я даже с одним там лохотронщиком пытался общаться там, ну, так, вводить на некоторые разговоры, поэтому они отвечают, но когда вы покупаете это говно, они сразу перестают отвечать и что-то говорить. Еще у этой Оксаны там на страничке, ну, вернее, на сайте написано, что она там живет в Москве и воспитывает 2 близнецов, то есть у нее 2 сына, 2 близнеца. Я зашел вот здесь фотографии ее, ну, на этой якобы ее странице. Перешел, вот если мы пару раз пролистаем, как видите, вот здесь есть фотография каких-то 2 пацанят. И тут так мило написано, кто у нас тут. То есть она якобы позиционирует, ну, показывает, что вот у нее такие близнецы, кто у нас тут. Но я потом просто пробил эту фотографию через интернет, через поисковик. И оказалось, что вот эти 2 пацаненка, которые там на фотографии, это сыновья некой Кристы. Вот она какой-то блог тут ведет. Вот. И вот это ее сыновья. Она живет где-то, я не знаю, тут не уточнял. Ну, короче, она откуда-то из Европы, по-моему. И вот эта конкретно вот эта фотография, она еще за 2013 год. То есть этим пацанам уже там по 7 лет. Ну, здесь на фотографии им по 4. Вот, уже 3 года прошло, этим пацанам уже по 7 лет. Вот. А тут она, эта овца, показывает, кто у нас тут. Вот. Ну, в общем, вот такая вот фигня. Идем дальше. Что у нас дальше? Дальше еще. Ну, тут разные описания. Продажник очень длинный, разных скринов, говна всякого. И везде, конечно же, уверяется, что я же вот не мошенница, я же вот все показываю. Ну, давайте прочитаем, подведем итог. Вы четко понимаете, как работает сама программа. Чтобы она начала приносить деньги, вам нужно только скачать ее себе на компьютер, активировать все необходимые компоненты. Я не ввожу никого в заблуждение. Важно, чтобы человек сам решал, хочет зарабатывать такие деньги или нет. На самом деле, как тут написано, вы четко понимаете, на самом деле, изучив этот весь сайт, вы ни хрена не поймете, потому что здесь ничего нет. Ничего конкретного, все размыто. Дальше идут такие отзывы, ну, меня они прикололи, то есть идет якобы какой-то отзыв, ну, естественно, липовый, и потом идет фотография, все работает безупречно, сделала бабушке вот такой подарок. И, ну, эти фотографии заказываются на той же Workzilla, там за копейки, или на том же Глопарте есть там такой раздел услуги, можете зайти посмотреть, и там люди за копейки могут вам все что угодно сделать. И вот тут написано: спасибо вам, там тра-ля-ля,
все такое, и ну, на фоне какого-то хлама. Тут как бы Настя Абрамова сделала бабушке вот такой подарок. То есть она бабушке подарила, я не знаю, что это, скороварка или мультиварка или что. То есть она бабушке подарила какой-то старый. Ну вот это видно, что вот эта вот хрень, вот эта вот техника, она старая, уже поношенная такая довольно. Потом еще вот одна мамочка попросила купить ей блендер, но я не могла, ведь все деньги уходили на коммунальный, на кредит. Вот она купила маме блендер. Ну, опять же, старая коробка убита и дешевый блендер, который, ну, это фирма, я не буду говорить, что она там плохая или хорошая, но это дешевый бренд. Вот, дальше, вот, Виктор Курганов купил себе дешевую гитару дерьмовую. Так, что у нас? Дима Шевелев купил себе планшет тоже, который уже потертый, весь поюзанный, убитый. Велосипед. Вот, я так как я сам велосипедист, мне тоже так стало интересно, присмотрел. Ну, тоже понятно, даже по картинке сразу видно, что велосипед, в принципе, не старый, но он тоже уже, так сказать, не новый, там, не из коробки. То есть на нем уже довольно так покатались. Вот, тут Asus идет, тут еще какой-то комп, микроволновка, еще Asus. А что у нас тут? Вот кто-то себе, кто это? Ирина Якунина купила себе смартфон, который тоже уже юзанный-переюзанный, то есть затяганный до ужаса. Вот, кто-то себе купил коробку от iPhone 5s, стиральную машину, то есть тут тоже вот iPad'ы, iPod'ы, тоже все старое. А вот еще один тут iPad, тоже уже поюзанный, ну тут особо не видно, ну в принципе если присмотреться, видно, что он уже потяганный, там яблоко потертое. А вот GoPro кто-то себе тоже купил, вон рукоятка уже такая затяганная, что где она только не была. Ну и в общем все вот в таком роде. А вот дальше у нас идут видеоотзывы, но как же без них? А, вот. Ну видеоотзывы, если честно, это уже такой атрибут любого лохотрона. То есть везде вот идут видеоотзывы, опять же их можно купить на Воркзиле по 300 рублей. То есть вот эти вот все чумоходы за 300, там 200, 300, 400 рублей записывают на мобильник, позорятся вот это вот лохотроны. Если в вашем городе увидите кого-то из вот этих вот людей, которые ну, снимаются за копейки и рассказывают, что это супер продукт, ну плюньте им в рожу как минимум. В общем, вот такой вот веселый продукт. Это лохотрон, я вам могу дать 1000%. Я в принципе, даже если у меня там через несколько дней он уже будет в наличии, ну, я не буду делать какой-то отдельный ролик, я просто в статье на сайте, где будет статья на вот этот вот, естественно, лохотрон, и я там просто отдельной ссылкой размещу, кто захочет, может скачать, увидеть, что это за говно, которое там присылают. Ну, то, что это лохотрон, это я вам даю 1000%, 1000000%, сколько хотите. Вот, так что, если вам пришла какая-то ссылка, и вы думаете, купить это говно или нет, то не вздумайте покупать. Это полнейшее дерьмище. Вот, вот в принципе, так вкратце. И как я обещал, что, как бы, чтобы вы не зря смотрели вот этот вот обзор, я вам дам некоторый бонус. Я вам дам бонусом курс, который называется «Бизнес с Китаем за 4 недели». Вы его можете скачать. Ссылка в описании есть к этому ролику. Переходите по ссылке, то есть ссылка будет на статью о вот этом вот лохотроне, чтобы вы понимали. То есть ссылка будет там называться «Участие в команде Оксаны Тарасовой» или что-то в этом роде. Там будет статья про вот этот лохотрон. Вы переходите вниз этой статьи, и там будет, увидите, будет написано «Скачать курс «Бизнес с Китаем за 4 недели». И там его можете скачать, а то некоторые не понимают. Я уже говорил, когда я там делаю обзор на какой-нибудь лохотрон, которого у меня в принципе нет, то я иногда даю какие-то нормальные полезные курсы. И люди потом не понимают, они переходят по ссылке, а там в статье написано про лохотрон. И мне начинают писать: вот ты говорил, даже там ничего нету. Есть там. Внизу статьи всегда есть ссылка, чтобы скачать. То есть внизу, вниз статьи переходите и спокойно скачиваете курс, который называется «Бизнес с Китаем за 4 недели».
А как только у меня появится вот этот вот продукт, ну, говно, которое присылают вот это вот этот лохотронщик, ну, это Оксана Тарасова, так сказать. Понятно, что персонаж вымышленный, ее не существует, но когда у меня это будет, я там отдельной ссылочкой выложу, чтобы вы могли скачать это говно, если вам будет. Ну, просто ради интереса можете скачать и посмотреть, что же там присылают. То есть, если вы уже этот ролик смотрите через какое-то время, то уже можете, в принципе, посмотреть. Также не забудьте, что у меня есть второй канал, который называется «Легкие деньги. Простые методы заработка в интернете». Ссылочка на него тоже есть в описании к этому ролику. Переходите и подписывайтесь на этот канал, будет интересно. Ну а также не забудьте поставить лайк вот этому вот ролику, чтобы побольше людей увидели, что это лохотрон. Если вы сделаете еще и репост на свою страницу какую-то в соцсети, это вообще будет супер. Обязательно подпишитесь на канал. А также, если вы не видели какой-то из вот этих двух обзоров, нажимайте прямо на картинку, он откроется и можете посмотреть. На этом все. Зарабатывайте много и честно. Пока-пока.